Константин Елманов с 7 лет занимается спортивной гимнастикой. Многого добился. Последний из хранящихся здесь наград он получил почти год назад на соревнованиях во Владимире. Поехал туда с травмой, которую за 3 недели до этого получил на тренировке, и переоценил свои возможности, признается Костя. Неудачно спрыгнул со снаряда, значения этому сразу не придал, команду не подвел. На своих снарядах, даже на таком, где получил травму, занял 3-е и 1-е место. Вот так вот. Но боль-то не уходила, и пришлось после соревнований сделать МРТ. И вот как раз и оказалось то, что была порвана крестообразная связка. Оказалось, что с такой травмой заниматься гимнастикой категорически нельзя. Нужна операция. Такую делают только в Москве и Санкт-Петербурге. Если делать бесплатно по квоте, то надо ждать почти год, а денег на платную операцию в семье нет. Тренер посоветовал обратиться в фонд поколения Андрея Скотча. Мы обратились, нашу заявку рассмотрели и одобрили. Очень большое спасибо. Если бы не он, долго пришлось бы нам. Операцию мы делали в Питере. Операция прошла успешно. Ходить на тренировки Кости пока нельзя. Ближайшие 8 месяцев его ждет реабилитация. Но это не повод отказываться от намеченных планов. Сейчас Константин, как и его одноклассники, сдает ЕГЭ. А через год надеется поступить на спортивный факультет БелГУ, чтобы стать тренером по гимнастике. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорья.